Делегация Самарской области принимает участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Это традиционная площадка для презентации экономического потенциала России. Для регионов возможность заключить выгодные соглашения, разработать новые проекты и установить взаимовыгодные коммерческие и научные контакты. В главном медиацентре Олимпийского парка, где проходит форум, сейчас работает наш корреспондент Ольга Павловская. Далее ей слово. В главном медиацентре Олимпийского парка открылся юбилейный 15-й международный инвестиционный форум «Сочи-2016». Как говорят о нем организаторы, это традиционное место заключения самых выгодных контрактов. Это на самом деле хорошая возможность для встречи и переговоров. Здесь собирается вся элита. Ожидаются представители более 700 различных иностранных и российских компаний, главы крупных госкорпораций, руководство страны. В работе форума примет участие и делегация Самарской области. Ее возглавит губернатор. Основные мероприятия касаемо нашего региона пройдут завтра. Вообще форум продлится 4 дня. Известно, что в пятницу состоится подписание соглашения между АвтоВАЗом, Сбербанком и правительством Самарской области. Подробности сразу же сообщим. Отмечу, что ежегодно на этом форуме заключают договоры на общую сумму более 100 миллиардов рублей. Это в том числе и сотрудничество с зарубежными компаниями. На юбилейный форум прибудут делегации 24 стран мира. Также завтра, в пятницу, пройдет и главное пленарное заседание. Его проведет председатель правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев. Тема «Новое качество государственного управления, проекты для роста, проекты для жизни». В общей сложности с 30 сентября по 1 октября запланировано 9 круглых столов и дискуссий. Эксперты обсудят перспективы развития курортно-туристической сферы, IT-отрасли, стратегии развития регионов и кадрового обеспечения инвестиций. Наша съемочная группа будет следить за развитием событий. Ольга Павловская, Алексей Вельмискин, новости губернии, Сочи.